Марина, смотри, это тот самый волшебный фонарик, о котором ты мне говорила. Нет, Леш, это другое, я тебе говорю. На кинофестивале волшебный фонарик. Там много классных конкурсов, мастер-классов. А самое главное, что фильмы делают ребята с ограниченными возможностями. Волшебный фонарь – это особенное событие. Подготовка к нему – это интересное время. Мы все объединяемся, и наша деятельность – это чудесное время. Люди любого статуса и возраста могут рассказать миру свои истории.